Давайте. Сервис, хочу сказать, не очень. Ага. Была бы и менеджером, все бы исправила. Самое ужасное. Собственно говоря, берите мне работу с кем? Менеджером. 100 рублей есть? Есть. Давай. Пацаны, есть 100 рублей? Да. Нет, да, у меня есть. Давайте. Что, фокус хотят? Девочек нам намутил, пацаны. Да, давай. Давай. Блядь, хотел 200 заработать, сотку себе оставить. Держите. Это моя зарплата. А вот нет. Давай. Это... А что? А, блядь. Абдула. И что, тебя на работу брать? Что? Тебя на работу теперь брать? Да, после конца можно? Ну, что? Нет. Ну, ладно, значит. Я не знакомлюсь. А, розу вам не даю. Видишь кольцо? Мне тоже есть. Нет, ну я не просто кольцо выебываюсь, я женат. А мне тоже есть. Я женат. Я тоже. Тебе не два пальца. Это значит, у тебя, по-моему, умер муж или что-то? Да, я вдова. Покойного жениха. Черная вдова? Ему было 40. А? Ему было 40. Ему было 40? Да. А тебе, 40. А тебе сколько? А мне 23. 23? Да. Ну, тем более, ты еще совсем маленький. Ну, познакомимся еще. Что, кто познакомится? Мы с тобой. Мы с тобой? Да. Поженимся. Не знаю, брат, меня клеит, кажется. Походу. Все, я волнуюсь, я никогда так долго не общался с девочкой. Долго никогда с девочкой не общался. Придется. Не-не-не. Не-не-не. Боюсь. Он гомо. Сапиенс. Да. Да. Давай. А, давай. Это 100 рублей в долг был. Да, можно, пожалуйста, тоже стейк из лосося? Сапиенс, все правильно. Какой там гарнир?